Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся и по какому поводу? Мы находимся сейчас в парке Русь, конный парк Русь. Бесподобное место здесь, очень много интересного. А самое главное, здесь сейчас будет выступать наш губернатор Андрей Воробьев с вручением премий людям, которые отмечены этой премией. Я познакомился с очень многими людьми здесь, которым не безразлично здоровый образ жизни. Вот у меня на кепке мой лозунг, и у них такие же лозунги везде. В частности, я познакомился с русской игрой Кила, с игрой тарелками. Очень интересно, во дворе можно организовать. Познакомился с армянчанами, которые заливают каток, и на Северном шоссе. Познакомился с редкими оружиями, с людьми, которые достают артефакты из военных раскопок. Очень много интересного. Я думаю, еще много сейчас интересного узнаю. А самое главное, интересно познакомиться с людьми, которые по духу мне очень близки. Вот они занимаются тем же, чем и я, в принципе, в жизни. Подрастающим поколением, здоровым образом жизни, играми и так далее. Организовывают все это дело. Потому что, я еще раз повторю, детей чужих для меня нету, а здоровье детей – это наше общее богатство. Вот так. Александр Николаевич, вы победили в конкурсе «Наше Подмосковье». Скажите, пожалуйста, как называется ваш проект? Мой проект называется «Здоровый образ жизни», которому я, так сказать, все свое время отдаю. Я занимаюсь и зимой, и летом, и осенью, и весной. Мало того, что у меня свои внуки все уже умеют в игровых видах спорта, я привлекаю и остальных детей во дворе. И хоккей, и лыжи, и теннис, и волейбол, и бадминтон. И в частности, тарелки. Вот. А сейчас будем килу продвигать. Оказывается, у нас федерация есть по килу. Это русский вид спорта наравне с лаптой, с русской. Вот. Напоминает американские виды, но это будет наш вид спорта. У нас даже есть федерация по килу. Вот. Очень хороший вид, русский вид спорта. Так. Скажите, пожалуйста, кроме того, что вы любите и всех стараетесь приобщить к здоровому образу жизни, кем вы еще являетесь? Я-то просто знаю, но я хочу, чтобы и другие узнали. Да, основное увлечение мое сейчас, особенно зимой и в дождь, живопись. Вот. Пишу в основном в виде Раменского портреты. В чем, не без хвастовства, хочу сказать, немножко преуспел. Вот. Некоторые боятся хвастаться, но это, я считаю, не хвастовство. Это реклама. Реклама. Да. И я люблю учить детей. Вот. И живописи, и всем. Вот чем что самыми, и хочу их тоже обучить. И шахматам очень интересно. И говорят, что у меня это получается. Опять же, это не хвастовство, а просто... А мне это очень нравится. Особенно что-то, когда получается у кого-то, учеников твоих. Скажите, пожалуйста, как вас найти? Мой телефон 8-925-298-87-99. Буду рад познакомиться со всеми интересующими людьми. Благодарю вас за интервью. Желаю вам дальнейших творческих успехов и в здоровом образе жизни и его продвижении. Спасибо.